Казанское издание Корана готовится к печати. Об этом на пресс-конференции в информационном агентстве «Татаринформ» рассказал муфтий Татарстана Камиль Хазрат Самигуллин. Рекреационная ландшафтная зона зообоцада на улице Хадид Такташ увеличится, а коммунально-складская уменьшится. Изменения произошли на основании предложения, прозвучавшего на публичных слушаниях по зоопарку. На слушаниях этот вопрос подробно обсуждался. В КФУ предлагают создать Высшую школу татаристики и тюркологии имени Тукая. Высшая школа татаристики и тюркологии может заменить отделение татарской филологии и культуры КФУ. Накануне Сабантуи в Казани возродят старую традицию сбора подарков для победителей народных состязаний. 26 мая жители и гости города смогут принять участие в красочной церемонии. Ожидается, что в шествии конных повозок примут участие не менее 1000 человек. С 30 мая по 1 июня в Казани пройдут открытые чемпионаты первенства Республики Татарстан по конкуру и выездке. Соревнования состоятся в рамках чемпионата и первенства Приволжского федерального округа по конкуру. В Казани подведут итоги международного открытого студенческого конкурса красоты и таланта «Жемчужина мира-2016». 14 представительниц из разных стран представят на финальном этапе свои творческие номера, удивят жюри и зрителей знанием русского языка в интеллектуальном конкурсе и продемонстрируют национальные костюмы своего родного края. Около 15 тысяч татарстанцев приняли участие в акции «Чистые леса Татарстана». В целях создания благоприятной санитарно-экологической обстановки в лесах, расположенных на территории Республики Татарстан, состоялся субботник в рамках традиционной республиканской природоохранной акции «Чистые леса Татарстана». С 20 по 22 мая в городе Московский сборная КНИТУ КАИ в 15-м мини-турнире Национальной студенческой футбольной лиги закончила сезон 2015-2016. Футболисты КАИ сыграли 3 матча и по итогу турнира набрали 3 очка. В турнирной таблице НСФЛ сборная КНИТУ КАИ остановилась на 7-м месте с 20 очками. 3 июня в Казани начнет свою работу 5-й по счету международный НЕ-форум блогеров. Это одно из самых масштабных событий в сфере социальных медиа в России и СНГ. Казань примет чемпионат мира по ушу. Предварительные сроки проведения чемпионата мира определены на сентябрь-ноябрь 2017 года. Федеральный региональный научный центр Российской академии образования будет создан на базе Казанского федерального университета.